Все, кто в других залах, у нас сейчас проходит награждение участников Камбай Пати 2013, город Запорожье, посвященное Международному дню любителей японской культуры и анимации. Да, ладно, давайте чуть разогрею чуть-чуть. Всем что? Всем что? И всем что? Поехали. Первое место в номинации «Сценка». Единственная номинация «Сценка». Много участников было, да? Присуждается «Зомби Панс». Так, панда, панда. Будет лапу пожимать. Погодите, сейчас. Панда лапу дает. Всем компай, давайте, все молодцы, давайте пятишечки. У-ху! Вы молодцы, девчонки. И, да, дальше. Следующая грамота присуждается Lovely Spot за первое место в номинации «Одиночное дефиле». Ну, это почти дуэт был, да. И участники получают одиночное... Стойте, погодите еще. Секунду. Участники у нас получают вот такие вот замечательные сертификатики на 80 гривен покупки в магазине Anime Stitch. Поздравляю вас! Далее. Следующая грамота присуждается... Читать как в именительном падеже. Стелле за первое место в номинации «Одиночная дефиле». Стелла! 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 Сертификаты, грамоту. Аниме Стич для вас в городе Запорожье существует. Вперед, грамоту в камеру. Следующая грамота присуждается за танец. Первое место за танец у нас получил... Хайвей! Вперед! Да, девчонки, только они... Да, тортики вкусные, только за фигурой следите тоже. Фигура такая, женщина, что все переживет, я понял. Следующая грамота. Третье место, да. В номинации «Спонтанное дефиле» получает Юки. ППК! Юки! Третье место «Спонтанное дефиле». Получает вот такой вот сюрприз от магазина Anime Stitch. Следующее, второе место в номинации «Спонтанное дефиле» занимает... Хару! Также стало подарочки от магазина Anime Stitch для вас. А, да, лапу, точно. Руку тебе будут другие люди жать. А сегодня панда мы... Шановник пани Топонога. Сейчас скажет Юлечка, ребятки. Первое место в номинации «Спонтанное дефиле» получает... По вашим голосовым подсчетам... Связкам. Сейчас мы откроем конверт, подождите 5 минут. И сегодня уйдет тот человек, который недостоин. Но это белый конверт, и он остается дальше в программе «Битва экстрасенсов». Итак, в белом конверте у нас Акира Маршал Ли. Да. Лапу, все требуют лапу. Ну, да. А мы так чуть-чуть продолжим. И кто говорил, что все эти нёрды и отаку чудики инопланетные? Давай потом поговорим. Все на YouTube.